И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дэно1000. Сегодня я обновил свой DSS-пак версии 0.5, да, именно версия 0.5. И, собственно, как вы видите, это еще бета-версия, но вы можете сразу же спросить, почему именно 0.5, почему не версия, там, например, 0.2, 0.3 и так дальше. А все из-за того, что эти версии были. Но я их не выкладываю в интернет, потому что они не такое очень большое обновление имели, то есть одну функцию. А вот, собственно, 0.5 я обновил уже нормально. Итак, что же сразу же видите? Вот этот самый ресурс пак, он не стало в него, собственно, этого самого, да, иконки, собственно, ее. Но все же таки ресурс пак работает нормально, как всегда. И, собственно, мы можем его спокойно включить, но скоро будет своя иконка, то есть своя иконка этого ресурс-пака. Да, и скоро будет даже полная версия этого ресурс-пака, это версия 1.0. Да, ну, собственно, что я же этого обновил, кроме иконки? Сам ресурс-пак я не трогал, то есть предметы с ним, но я улучшил установление этого ресурс-пака. Теперь давайте посмотрим, как я его улучшил. Итак, друзья, когда вы, собственно, скачаете этот ресурс-пак, вы, собственно, нажимаете на него. Вот, собственно, сразу же вы можете нажать, и вас перекидывает сразу же в Майнкрафт. И да, это, я думаю, круто, потому что так вот перемучиваться, может, даже у вас ничего тогда было не получиться, то есть не все могли использоваться моим ресурс-паком. И, собственно, это меня очень сильно разочаровало, но, собственно, сейчас вы можете скачать по ссылке в описании этот ресурс-пак и играть с ним, то есть уже вы сможете с легкостью его установить. Да, вот и, собственно, это обновление было, вот и все, да. Вот вы сможете спросить, что эти были еще обновления. Я даже вам могу прямо сейчас и рассказать. Вот, например, 0.2 был, там почти ничего не было добавлено. Один только баг был добавлен. Вот. Это не бомб, ну, назывался не бомж России, а бомж России. То есть без И и последний. И же предпоследний. Эй, ну, собственно, да. У меня почему-то вылетел. То есть вообще все, да, иду рекордер, через какой я снимаю, я не знаю почему, ну, как бы все. Вот, я же захотел же поменять все же таким версию, ну, просто так вот, да, потому что, ну, как бы я подумал, что лучше сделать уже версию 0.5. Ну, я думаю, не нужно рассказывать почему, но все же таки, ну, просто так захотелось, да. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. Кстати, ставьте лайки, да. Ну и пока.